Ну что, друзья, сейчас подключим мы наше комбо-устройство под названием PlayMeMark Bart 812 вольт. Еще забыли отметить в прошлом видео, что штекер прикуривателя имеет еще такую функцию, как дополнительный вход под USB. Вот давайте включаем. Так он еще и светится подсветкой. Здесь можно воткнуть еще дополнительный USB провод, например, для зарядки вашего телефона. Очень удобно. Вот комбо-устройство включилось. Выглядит оно вот таким вот образом, во включенном состоянии. Яркая, насыщенная картинка. Реально честный заявленный угол обзора 135 градусов. Также, что отметить, у данного комбо-устройства очень удобное меню управления. Все легко листается, все на русском языке, имеет кучу настроек. В принципе, в этом комбо-устройстве разберется любой человек в любом возрасте. Все самое основное вынесено на основной рабочий стол с экраном. То есть показывает время записи, диапазоны сверху. Сейчас он, понятно, не видит, все выключено. Текущую скорость, а также все возможные режимы. Дополнительно еще будет здесь оповещение голосом и отображение на экране типов радаров. Также, что отметить, данное комбо-устройство еще до кучи имеет встроенный Wi-Fi. То есть, это устройство спокойно дружит с вашим смартфоном. В следующем видео покажем, как это работает.